Всем привет! Вы на канале видеообзоры For Kids. И сегодня я хочу поздравить всех учителей с профессиональным праздником Днем Учителя. Пожелать вам терпения, всего самого наилучшего. И для этого, как раз ко Дню Учителя, я сделала по вашим заказам, ребята, подсказала мне Валерия, эту замечательную тему «День Учителя». Кстати, приветик тебе отдельный. Но еще привет будет в конце этого видео. Отберем сразу пакетик. Например, давайте откроем вот такой пакетик. Дальше у нас заканчивается коктейльная вечеринка. Последний пакетик. Бьюти мопсы осталось 2. Давайте нижний откроем. Музыка осталась тоже 2. Давайте возьмем вот этот. Тучки у нас 3 осталось. Возьмем из серединки. Пушин сказочный. Тут у нас много-много еще пакетиков, потому что только вчера началась у нас эта тема. Давайте какой-нибудь вот этот возьмем наугад. Далее у нас мультискрипыши. Возьмем давайте фиолетовый. Вот такой. Эверест. Это наша вчерашняя новиночка. Кто уже посмотрел мультик, напишите мне. И понравился ли он вам? Стоит ли идти на него в кинотеатр? Возьмем вот этот пакетик. Испания и Франция осталось. Испания возьмем вот этот из серединки. А Франция давайте первый, верхний. И давайте начинать нашу распаковочку. Давайте начнем что-нибудь из серединки. Коктейльная вечеринка, например, вот мне попалась. И уже заодно закончим эту тему. Вот такой пакетик. И попадается вот такой вот голубенький бокал. Под номером 3. И эту тему мы закончили. Теперь Франция идет. Вот такой пакетик. И что же нам здесь попадется? Нам попадается сама Франция на карте мира, как она выглядит. А также здесь изображение флага. Вот такая у нас Франция, цифра 10. Клеим вот сюда вниз. И продолжаем. Теперь тучки. Осталось 3. Какую же мы найдем сегодня в наших пакетиках? А мы вот такую нашли забавную тучку. Что она говорит, напишите мне, что вот это означает no. Думаю, все знают. Цифра 5. И как можно назвать эту эмоцию, как вы считаете? Например, радость или там грусть или что-то еще, злоба. Какая эмоция подойдет сюда? Теперь открываем музыку. Вот такой вот симпатичный пакетик, неплохо выглядящий. У меня не все получаются, конечно, прикольными. Тут попадается вот такая гитара. Может, кто-то из вас умеет на гитаре играть? Цифра 3. Приклеиваем сюда. И продолжаем. Мультискрипыши. Интересно, какого скрипыша мы найдем сегодня? Не будет ли это повторочкой? А здесь попадается, ура, новый скрипыш. Вот такая Нюша из мультика «Смешарики». Цифра 6. Ребята, вы поздравляли сегодня своих учителей? И что вы подарили, если не секрет? Бьюти-мопсы. Вот такой пакетик. И здесь попадается вот такая красотка, которая вот так вот должна быть. Она душится духами, если я правильно поняла этот рисунок. Цифра 2. И коллекция не очень длинная, на следующий раз уже она закончится, к сожалению. Эти картинки я срисовывала с интернета, потому что очень уж мне они понравились. Теперь Испания. Вот такой пакетик. И здесь у нас, я вижу, чей-то рог. Это бык. Как вы думаете, почему?
теме Испания попался бык. Может, кто-то знает? Цифра 5. И теперь у нас сказочный Пушин. Интересно, в виде какого сказочного или мультяшного персонажа нам попадется сегодня Пушин? Ведь мультики это же тоже своего рода сказки. А нам попадается Пушин-русалка. Посмотрите. Прикольный. Цифра 5. Клеим вот так. Надеюсь, все поместятся. Эверест. Как вы знаете, на украинском этот мультик называется «Йетти», а в России, по-моему, он стартовал с вот таким названием «Эверест». Вот такой пакетик с самим «Йетти» на упаковке. И здесь попадается два сюрприза. Это вот такой мальчик, я еще не знаю, как его зовут, потому что мультик не смотрела, просто срисовала с интернета. А на английском... По-моему, это английский. Вот такое имеет название этот мультик. И этот сюрприз у нас под цифрой 1. Сейчас самое главное правильно наклеить. Ой. Тут небольшие есть контуры подсказочки. Этого мальчика клеим на цифру 8. Вот сюда самый уголочек. Все совпало пока. Посмотрите ближе. В прошлый раз нам попалось название на украинском языке и девочка, обнимающая Йетти. Вот сегодня вот такой мальчик. И теперь день учителя. Вот такой простенький пакетик. Попадается здесь букет цветов, который можно подарить любимой учительнице на этот праздник. Цифра 2. Приклеиваем. И на этом все, ребята. Остались только приветики. Вот таким вот зрителям я передаю приветики. У нас много именинников. Всех вас поздравляю и передаю вам всем огромный привет. Оставайтесь с нами. Предлагайте свои интересные темы, а я по возможности буду реализовывать их, то есть рисовать для вас. Потому что у нас уже очень много тем было, и не сразу придумываешь, чтобы такого еще интересненького для вас сделать. Ну а на этом, ребята, все, я с вами прощаюсь. Ставьте свои лайки, переходите на наш канал «Город у моря», там различные влоги. В общем, все, что не касается бумажных сюрпризов. А также, кто еще не видел наше поздравление ко Дню Учителя, тоже можете посмотреть и отправить своему любимому учителю. А на этом все. Пока-пока!